Фонда доставить возможность, так, что у вас? Хочу, слово хочу использовать. Хочу, чтобы меня не принуждали медицинским экспериментом бить брось, в кавычках, надевать, в кавычках, одевать в скобках какие-либо дополнительные предметы, включая санитарно-гигиенические маски на мое лицо, фонарь, которые я применяю по своей воле, тогда, когда только желаю. Чтобы мне была предоставлена возможность вдыхать свежий воздух, необходимое мне количество, количество определяю сам, без ограничивающих его дыхание посторонних предметов. Данное ходатайство поддерживаете? Это не ходатайство, это волеизъявление. Волеизъявление? Хорошо. Можно не рассматривать? Нет, рассмотреть обязаны. А документы в какой форме? Называть именно так, как они называются. Хорошо, пусть это будет волеизъявление. Мнение административного ответчика Лубнина я обязан спросить. Ваше отношение к данному волеизъявлению? Возражает, индивидуальный список защиты дыхательных путей защищает не только человек, который носит, а также окружающих. Также окружающих. Так, и мнение представителя управления. То есть поддерживаете эту позицию, да? Хорошо. По волеизъявлению присаживайтесь. Я хочу ответить, Денис Владимирович, вам. У нас, в принципе, насколько я понимаю, и предмет разговора с этим связан. Поэтому я отвечу на волеизъявление «нет». Я не разрешаю вам не использовать защитные средства, не прикрывая дыхательные пути, то есть рот и нос одновременно, в данном судебном заседании. На вопрос о том, чем это предусмотрено действующими нормами, правилами в связи с объявлением в Российской Федерации в целом и в отдельных ее регионах режима повышенной готовности в связи с новой коронавирусной инфекцией.